В Видновской детской школе искусств регулярно проходят мастер-классы известных исполнителей и музыкантов. На этот раз секретами мастерства с юными артистами поделилась певица Марина Девятова. Я как бы в данной ситуации больше как практик. Я как бы желаю ребятам помочь именно с позиции сценического, наверное, да, какого-то исполнительского искусства. А уже все технические нюансы, это уж они за дверями классов будут сами решать со своими педагогами. На открытом уроке известная исполнительница отметила, что народная песня – это невероятно трудный жанр, и надо хорошо постараться, чтобы произвести впечатление на сцене. Думаешь, ноты. Все, нет, нот, ты вышла на сцену, забудь про них. И улыбка. Улыбка, друзья мои, 99% успеха. 9-летняя Настя Павлова занимается на вокально-хоровом отделении по специальности «Сольное фольклорное пение». Также девочка учится играть на гуслях. Рассказывает, что во время мастер-класса получила ценные советы от певицы. Обычно, когда я выступаю на сцене, я обычно смотрю на первый и второй ряд. Поэтому, когда я сама смотрю на видео, когда мне мама показывает, то я вижу, что у меня полузакрытые глаза. А сегодня я смотрела на задний ряд, и я сама почувствовала, то, что у меня глаза более открыты. Настя сидела, смотрела всех участников, да, прослушивания, и впитывала. Я вижу, что она впитывает, сидит, не отрываясь, смотрит, как другим даже замечания делает. Она смотрит и принимает на себя. На своем занятии Марина Девятова также напомнила, насколько важно музыкальное образование в жизни любого артиста. Но главное, постаралась передать ребятам свой сценический опыт. Ведь чаще всего юным певцам не хватает именно практики выступлений перед публикой. Одно дело теория, да, и постановка, дыхание, это все такие нюансы, а все-таки на сцену выходит артист. Мне очень хочется, чтобы на сцене были артисты, не просто вокалисты, а именно люди, которые, ребята, которые могли бы именно и сценическое движение продемонстрировать, да, и какое-то элементарное общение с публикой. После окончания вокального урока все ребята могли сфотографироваться с певицей и получить автограф. Наталья Буслаева, Данила Свидерский, Ольга Садовская, Видное ТВ.